Готов к труду и обороне ГТО. Кто не знал эту магическую аббревиатуру для каждого любителя физкультуры времен Советского Союза? И одно время казалось, те времена канули в лету, когда физическая культура занимала почетное место в жизни граждан. А нет. Вновь на спортивных аренах многолюдно, снова физическая культура становится словосочетанием значительным. Вы знаете, насколько нам приятно было это все видеть, что все-таки ГТО возродилось. Сейчас они называются по-новому ГФОК, но в принципе все то же самое, нормативы немножко стали помягче, но у нас люди как бы рабочие, все сельской местности, поэтому там получаются результаты не сильно такие, но это мы и предвидели. Но самое главное не это, главное активность. У нас получилось почти в сельской местности 500 человек приняло участие в сдаче нормативов. Это результат громаднейший. У нас в республике такого нету. Поэтому мы, как бы, говорится, идем впереди планеты всей. Физкультурно-спортивный клуб «Урожай» Мудрского района проделал большую работу в данном направлении, за что честь и хвала клубу, который уже нацелен на новое мероприятие в Махновичском сельсовете, где состоится физкультурно-спортивный праздник «Со спортом жить, здоровым быть», проводящийся в рамках республиканской акции «Главный рекорд здоровья».